Здравствуйте, дамы и господа. Я бас-гитарист группы «Адовый мужик» Денис Мартыненко, а также известный в узких музыкальных кругах как Деникин. В данном видео я хочу выразить поддержку и пожелать скорейшего выздоровления моему другу, фронтмену группы «Адовый мужик» Евгению Баженову. Друзья, дело в том, что с Евгением случилась беда. В результате сложившихся обстоятельств он не может самостоятельно передвигаться. Все мы помним, что этот человек очень активно ведет себя на концертах, постоянно перемещается по сцене, осуществляет какие-то прыжки, различные движения, которые в значительной мере создают эффект классного, будоражащего сознание шоу. В результате трагедии он временно потерял данную способность. Когда я узнал о случившемся, честно говоря, был не просто шокирован. Я, конечно, понимал, что на улице города произойти может что угодно, где угодно, с кем угодно, но что может произойти такое, я никак не мог предположить. Также в данном видео хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным. Поскольку Евгению нужна дорогостоящая длительная реабилитация, которая сложно осуществима в условиях пандемии, я предлагаю всем отправить то, сколько может средств на реквизиты под этим видео. Отправить его жене, чтобы хоть как-то помочь и поддержать Евгения. В принципе, я все сказал, что хотел. Выздоравливай, Жень, давай. Мы ждем тебя. Будут концерты, будет угар. Адовый мужик forever.